Для них металлургия – часть жизни. В Первоуральске чествуют сотрудников главного промышленного предприятия города. В преддверии Дня металлурга сотрудникам вручают награды за производственные успехи. Подробнее в нашем сюжете. Максим Меркушин знает все о прокате труб, прошивке заготовок и конструктивных особенностях стана. Он вальцовщик с 20-летним стажем. Работать в трубопрокатный цех мужчина пришел вслед за отцом, который тоже продолжал дело своего родителя. Сегодня Максим Меркушин получает почетную грамоту за высокие показатели на производстве. Качество выпускаемой продукции в первую очередь как бы зависит от вальцовщиков, нагревальщиков в том числе. Большую часть жизни я провел на работе, я считаю, то есть с коллегами, со своими, которые уже как семья. Среди членов большой семьи легендарного цеха и Елена Чусовитина. На Первоуральском новотрубном заводе она комплектует вагоны и машины для дальнейшей отгрузки. Стаж женщины на предприятии 5 лет. За это время она успела достичь больших успехов на работе. Это перспектива, это много возможностей, как для меня, так и для моей семьи. Ну и я вообще полюбила завод, люблю свою работу, люблю свою профессию, люблю свой коллектив. И, наверное, ни на что не променяю. Немного таких цехов осталось и в нашей стране, да и вообще в мире, где можно по-настоящему оценить работу трубопрокатчика, нагревальщика, сортировщика, ну, в целом металлурга. Именно здесь можно увидеть, как по-настоящему зарабатывается горячий стаж. В преддверии профессионального праздника руководство предприятия чествует более 500 сотрудников, вручают грамоты и благодарственные письма от завода, компании, администрации городского округа и областной федерации профсоюзов России. Если честно, я не ожидала, как бы не ждала такую награду. Такая награда дает стимул работать и стремиться к более высшей награде. Например, корпоративные медали «Заслуженный работник» или знаку «За верность делу». Их получают 5 новотрубников. Вручает почетные награды металлургам генеральный директор трубной металлургической компании Сергей Чекалов, который и сам родился в Первоуральске. Трубник – это такая хорошая, правильная профессия, такая артель, в хорошем смысле, да, когда люди, так сказать, умеют и живут тем, что они делают. И мне как-то в этом городе особенно приятно поздравить вас с наступающим праздником. Пожелать вам вот так же активно и так же эффективно работать и на благо компании, на благо свое. Пожелать вам здоровья, пожелать вам счастья, успехов и процветания этого небольшого, но уютного города. Для многих новотрубников работа на заводе – неотъемлемая часть жизни. Например, в трудовой книжке слесаря-ремонтника Василия Банникова в графе «Место работы» числится только одно, ставшее уже родным – металлургическое предприятие. В 1976 году, после окончания 8-летней школы, пришел в ГПТУ номер 6 по профессии слесарь. Закончил, поступил на работу, по сей день тружусь здесь. 47 лет. И таких же преданных делу специалистов в Первоуральске несколько тысяч. Чествование лучших новотрубников продлится всю неделю. Звания «Почетный металлург», «Почетные грамоты от Министерства промышленности Российской Федерации» и губернатора Свердловской области будут вручены на большом празднике, посвященном Дню металлурга. Он состоится в пятницу на площадке возле инновационного культурного центра. Светлана Вахмянина, Виталий Мотин, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.